Катюха! Блять, я уже обрадовался, что это в видосе, блядь. Катюха! У меня сейчас такое, типа... Типа сейчас... А, это ты, блин! Ну-ка, давай, ты без палева кикай ее, пока я не слышу. А, ты меня слышишь? Ой, прости, Наташа. Ебать, актриса, понятно, Катюх. Все, понятно, Катюх. Давай, ББ. Привет, Слав, кстати. Мам! Привет, привет, Катюх. Давай. Нет, не тебе привет хотела. Привет, Слава хотела сказать. Пока, Катя. Здорово, малыш. Пока, Катя. Слава, ты походу нарываешься. Она не вернула. Естественно, так пиздец, бля, подруг всех растеряла, бля. Подожди, я какую вернулась? Кинцуха, вернись. Я все прощу. Пожалуйста. И ты меня прости, Наташ. Какую вернулась, Слава? Пока, Кать. Тут нет. Пока, Кать. Она еще так это сказала, типа, пока, Кать. Знаешь, прям она так, сказала, пока, как будто Кать, это блядь. Было последнее просто, последнее слово. Она на самом деле ливнула, не потому что она на тебя обиделась, она просто хотела посрать. Она сказала, пока, Кать. Я пошла покакать. Ну, блин, да, а как ее вернуть, правда, Слав? А? Все? Безвозвратно? Ну, конечно, она нет, ушла. Она ливнула. Ты что думал, ты взяла, блядь, обратно засунула в любой момент, когда хочешь, блядь. И пиздишь с ней, блядь, это что тебе, Катя? Подожди, она что-то прям вообще все пропало. Так ее нет, все, она вышла. Наташ, блин, на самом деле, так спать захотелось. Мы тебя все любим. Не надо. Ну, как все. Ну, я люблю. Слава нет. Я тоже. А вот Серега? Не надо вот сейчас. Да, Серега любит больше всех. Он готов 24/7 просто вылизывать фасолинку ее. Откуда ты знаешь? Это он тебе рассказывал? Наташа рассказывал. Пока, Кать. Наташа. Что? Привет. Я не хочу тебя слушать, Катя. Пока, Кать. Ну, Наташ. Все, Катя, ты мне неинтересна. Ну, Наташ. Нет, все, Катю. Наташ, ну прости. Я только подписалась на твой твич, уже отписалась. Наташ. Наташ, подожди, мы видишь, женский вопрос. Наташ, это правда то, что ты Катюхе киску лизала? Слав, не лезь в наш разговор. Катюхе лизала киску, Наташ? Ты не... Ты не... Не ты тут стример, понял, Слав? Не ты тут стример. Все, мы тут... Мы тут... Урыла, как говорится. Урыла. Вот, что хотела сказать. Сейчас тебе пончики закажу домой, ты мне простишь. Ты подкупить меня решила? Ну, думаешь, да. Всеми пончиками мира одна меня подкупить? Нет, ну не всеми, штучек 6. Я думаю, нормально будет. Нормально? Нет. Нет? Ну почему? Наташ, ладно тебе. Коробка пончиков и кофе. Ладно, хорошо. Тебе капучино? Тебе-то нормально с подружками весело, если вообще нахуй сижу, блядь. Нихуя не слышу, блядь, типа, вот, сама, а представляешь, блядь, Слав, блядь, каково Катюхе, когда ты зовешь ее на стрим, а? Слушай, Наташ, Наташ. А, блядь, Слава. Так приятно слышать женскую солидарность. Представляешь, пиздец. Слышал? Ну-ка, повтори ему. Женскую солидарность? А за яйца меня кто трогал, блядь, Натах? Не, говорю, а ты представь, как Катюхе было, когда ты ее зовешь на стрим и что-то там с пацанами общаешься. Да. Ну, каково ей? Ты хочешь, чтобы я рассказал, что ты меня за яйца трогал или что? Слава, мы сейчас не об этом говорим. Не об этом? В смысле? То есть это было? Конечно. В смысле, не об этом? Давайте поговорим об этом. Кать, ты ему веришь, типа? Ты веришь мне или ему? Чуть-чуть дела вроде что. Нет, не верь ему. Он еще тот аферист, мошенник, блядь, филантроп, блядь, и банкрот. Так, стоп, давай без лишних слов. Чисто по-дружески, на чертыми сельцами проглотил и все. Кошелот, ебать. Да неправда. Слав, у меня к тебе деловое предложение. Деловое предложение? Я буду спросить, а можно все деловые предложения через меня пропускать? Через мой фильтр, ладно? Чтобы Слава, я пососи! Где деловые... А у тебя где фильтр находится? Понял, что он сказал? У меня... Во рту? У меня был сосед, как телеканал Катюхи, ребят. Ребята, вы хотите, чтобы мы с Катюхой фильмы ночью смотрели на стриме? Фильмы. Ну, Катюхи... Я, знаете, я буду так, типа... Всё, Катюхи, что ты говоришь? Вот так. А, да. Как ваши фильмы смотрите? Расскажи, Слава. И потом, знаешь, потом в кадре я так все ниже сползаю, вот так, знаешь... Ты будешь просто там сидеть. Не, там сидит. Да, Слав, спорим вы с Катюхой даже, ну, типа, идете смотреть фильм и даже не помните, что там было в начале, блядь. Нет, еще там смотрю. Нет, да я это все помню, это он не смотрит, понимаешь? Ну, он просто домой фильм не смотрит. Я просто перед собой, слышишь, я перед собой просто какой-то, знаешь, какой-то лохматый бугор вижу, блядь. Я просто, знаешь, типа, из солидарности, ладно, так уж быть. Катюха смотрит фильм, а я смотрю просто в это, ну, так сказать, в лобковую кость, блядь. Понятно теперь, почему Слава не помнит фильма, а Катюха помнит. А? Так я говорю, в этом и не было. Ну, Слава, походу, только работает. Катюха вообще там чисто на челе.
Так я чисто главное, что не отчленим. Типа там посмотрела, тут посмотрела, там посмеялась. Понятно. Пока он там что-то делает. Да, Катюс. Что? Спасибо, Слава, все равно в наушниках, в принципе. Нахуярил, блядь. Все равно. Без обид, ребят. А что тут с чатом остановился? Boosterenko.com – лучший сайт, созданный каналом Booster Raffles, где можно купить лицензионные ключи к играм, аккаунты, заказать прокачку аккаунта GTA 5 и, конечно, получить просто так подарок. А самое важное, что у нас появилось, это, естественно, кейсы. Игровые кейсы с ключами, CSGO наборы, Dota 2 наборы и многое другое на сайте boosterenko.com. Для подписчиков. А почему так? Хуй знает. Ладно, отдыханьте. Модер сделал. Этот, а у Слава, нет? У меня к тебе деловой вопрос, блядь, деловой вопрос. Ты участвуешь? Где? Ты Егору написал? По поводу шоу-матча. А, еще забыл, блядь. Ты вот напиши, ты не читаешь сообщения. Да меня это не, опуска... Он просто не отпускает. Какой игнорщик? Хочешь, я сейчас пойду, блядь? Туда? Нет. А, игнорчик, блядь. Чувствуешь, блядь, как за маху держится, блядь? Напиши, напиши еще булочки, пожалуйста. У меня нету ее контактов просто. Сейчас я так буду. Или Кать. Напишу. Катюх, 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 пойдешь играть в шоу-матч? Пока она так играет, блядь. Это просто пиздец. И что? Ну и что? Ну, давай, давай, давай. Возьмем, тебе стыдно за свою девушку? Пусть играет. Кстати, типа, ну, вот, кстати, вот понимаю. Тут вот, не, тут ну, я она, не понимаю. Она просто, ну она просто реально бомжара, блядь. Ну и что? Блять, вспомни, бомжар. Вспомни Лею Горную, вспомни Юечку, вспомни. Все мы так начинали, как говорится. Вспомни, да, Наташа? Гаечку. Да, все мы так начинали. Все мы начинали, как Лея Горная. Нет, просто знаете, в чем дело? Дело в том, что я когда начинала играть в этот в КС впервые, он мне просто взял, поставил ник Катя Бот. Спасибо, Слав. Я бы извинилась. Я бы извинилась, Слав. Натах. Я бы извинилась, Слав. Натах. Слышь, Натах? Натах. Извиниться. А. Это, короче, я ей поставил ник бот Катя, и аватарку как у бота сделал, понял? Я только что это рассказала уже. Нет, ты сказала Катя бот, это не смешно вообще было. А, то есть бот Катя смешнее, да? Да, и она типа заходила, короче, как ботяра в него. Смешно, и челы, понял? Катя бот не смешно. И челы, а которые Катя за ней смешно. Наблюдали, они пытались на Е нажать, чтобы за нее сыграть. Сейчас он придумывает то, чтобы шутка смешно была. И спрашивали, наверное, блин, тупой бот, почему он дробаш покупает, блядь? Почему она вот так стоит в стену? Она вот так в угол садится, вот так и смотрит. Ну, потому что я... Бля, Слав, извинись, пиздец. Вот, а я, между прочим, ну, как бы училась, я сказать, начинала. У меня за 20 часов в КС 4 килаги. Что ты... Это, блядь, врет. Между прочим, бывало такое, что я, когда играл с ботом, я всех побеждала. Мальчик. Только когда они не зашли на сервер вообще. Ну, да, когда они крутятся еще, знаешь, такие стоят, и ты такая, пау-пау-пау, всех убила, такая... Слава, у меня 12 киллов из 12. Что? Ну, где они крутятся, блядь? Ну, когда только они восстанавливаются. Все, кто хватит. Все, хватит. Все, Наташа, меня это опять меня. Ладно, ладно. Все, пошла. Давай. Пусть Слава напишет. Целую, давай. Давай.